Что, готовим шашлычную зону. На обед будет мясо. Елочка у нас есть. Мангал есть. Угли есть. Розжиг есть. Мясо в тепле пока. Так что всех с наступающим. Ну что, показываю лайфхак. Если у вас нету раздувала, вместо пахала можно вот такую штуку использовать. И фигакаем. Так что вот, пользуйтесь. Нормально, что обед пошел. Чуть-чуть запаздывает мясо. Обед будет у нас сейчас до двух. Наше мяско. Одно в мазике, другое в каком-то там томатном соусе. В общем, красота. У нас крыша капать начала. У нас минус 2. Погода тоже шепчет. Все. Готово чуть-чуть. Да похуй мне.